а вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Аминь. Мы всегда должны говорить про то, что случилось в нашей жизни. Может быть, сегодня, может быть, в эту секунду, где ты сейчас находишься, в машине, в автобусе, на улице, на работе, в больнице, может быть, как раз в эту секунду есть человек, кому нужен Спаситель Иисус Христос. Из-за этого мы всегда должны знать истину, мы всегда должны быть с Богом, и чтобы Бог через нас мог ответить или сказать человеку, которому нужно спасение. А вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Мы должны говорить истину. Мы должны говорить про того, кто нас спас от ада и вечного огня. Мы должны говорить людям, что есть возможность прийти к Богу, а это и есть Иисус Христос. Благослови тебя, Господь, друг мой, и сохрани. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Иисус Христос спас меня от ада и вечного огня. Теперь я хочу тебе рассказать, что Он также тебя может спасти сегодня и сейчас. Покайся, прими Иисуса Христа как Спасителя. Начни читать Библию и жить так, как хочет Бог, а не этот мир. Благослови тебя, Господь, и сохрани. Во имя Иисуса Христа. Аминь.